Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить Adventures of Shaggy, и мы прошли в прошлый раз достаточно много уровней. Я, как всегда, играю на опережение, поэтому комментариев ваших еще не видела, и советов в том числе, но, тем не менее, вам за них большое спасибо. Надеюсь, что вас эта игра забавляет так же, как и меня. Так, давайте проходить дальше. Братья по оружию, задача. Братья по оружию, осторожно, много падающих шипастых чуваков. Мне, главное, нравится, они их называют чуваками постоянно. Это странно даже. Ну, то есть как-то, ну, ладно, как бы не обязательно быть всегда серьезным, да, и так далее, но... Но мы же в каком-то страшном замке, и здесь происходят страшные дела. Например, меня только что убили, собственно. Поэтому это так странно, когда... Ты должен ждать чего-то страшного, а тебя заставляет умиляться. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот, так что давай, Шаги. Давай, сделай мне что-нибудь такое этакое. Порадуй нас победами сегодня, потому что в прошлом выпуске было очень много разных смертей. Прям на разный вкус. Шит. Вот, поэтому... О! Как это было больно. Поэтому нам нужно сегодня пройти много. И сделать много. Из него. Это будет круто. Да, ох, что ж ты такой нежный. Ладно, я пойду с другой стороны. Знаете, не так, так, вот так. На самом деле ничего сложного в этом нет. Просто я нетерпеливый человек в этом плане и творю дичь, которую вообще не надо творить в таких ситуациях. Надо просто постоять, подождать, посмотреть, откуда идет враг, да, опасность, противник. И просто сделать то, что от тебя требуется по заданию. Ничего сложного в них, сверхъестественного, сверхневозможного. Вообще ничего такого нет. Просто делай. Вот и все. Вот мы сейчас прошли полкарты, и я вас уверяю, я что-нибудь сейчас вытворю и просто умру. Вот. Может быть, даже в жизни. Шучу, конечно. Это странно. Ну ладно. Пока проходится. Осталось вот совсем чуть-чуть, один кристалл и... Ох, ладно. Ладно, прошли. Так, 10, кстати, ключиков теперь у нас есть. Галерея, может быть, мы сейчас в галерее и находимся, да? Поэтому я не могу туда войти, но у меня открыта котельня. Давайте пошаговое вращение, хорошо? Я его терпеть не могу, но ладно. Помни, ты вращаешь в том направлении, куда смотришь. А вот это полезно. Да, вот я смотрю туда. И, например, вот так. Вот так. И вот так. Ой, какой легкий уровень. Ой, какой легкий уровень. Я люблю такие. Давайте еще столько таких. Под линеечку. Под линеечку. Это очень странно. Хорошо. Давайте попробуем. Сохранять равновесие. О! Ой, ой, нет. Подождите, а как я? А как я? Что, блин? Что, блин, я не понимаю. Переверните мне, пожалуйста, экран. Можно мне перевернуть экран? Это не будет же читерством, да? Какая хрень? Так, ладно, я переверну голову, ребят. Нет, это не работает. Мне нужно перевернуть экран. Это очень странно, потому что лево-право тоже инвертировано. То есть наверх-вниз. Из-за этого еще больше путаницы. Так, допустим.
Ну ладно, хотя бы я это поняла. Это уже какой-то плюс. Так, ладно, палочка моя. А как мне на нее тогда встать? Не, я не понимаю. Не, я просто не понимаю в таком случае. Как кто придумал этот уровень? Он ужасен. Он ужасен. Тут все, что могли, инвертировали. Я сейчас просто опять умру. Я так старалась, и я опять умру. Я же говорю. Давайте сначала наверх попробуем пройти. Ну ладно. Хорошо, я попытаюсь. Ну зачем такой уровень жуткий делать было? Ну, ему банально неприятно проходить. Ну ладно, задачки, головоломки, там, загадки. Ну зачем настолько издеваться над людьми? Вот я сейчас еле-еле спаслась. В курсе? Ладно, я просто собираю кристаллы на этот раз. А в следующий раз мы туда прыгаем. И самое интересное, что мне нужно будет не перепутать кнопки при всем при этом. Ребят, я поняла. В общем, мы не можем оттуда вернуться. Будет. То есть мне сначала здесь по-любому надо все собрать, вот в этой стороне. И только потом идти туда, потому что я вернуться не смогу. Мне нужно сделать будет... Ой, не туда. Ровный прыжок. Не, кстати, к кнопочкам привыкаешь. Потихонечку. К кнопочкам привыкаешь. Но от этого не менее ужасно все это. Все. Вот. И там, получается, по ровной линии меня должно... уровень должен просесть раньше, чем я разобьюсь. Вот. Потому что я там не выживу. Это по-любому. Поэтому мне надо собрать сразу же 4 кристалла. Я немного лох. Оп! Все, и мы превратились в летучую мышку, собрав ключ. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Встречайте шипастого. Понятно, что здесь будет примерно. Смотри, куда идешь. Давайте лучше шипастыми. Как нажмешь на переключатель, не тормози. Класс. А что произойдет, когда я на него нажму? Время типа тикает? Или что? Смотрите. Подождите, еще раз надо нажать? А как? А как мне с этим шипастым тогда бороться? Я не поняла. Вообще не поняла. А как? Ладно, убей меня, я хочу узнать, что там происходит. То есть, типа, шипасты сейчас... А, шипасты вот за этой штукой. А я его, получается, освобожу. То есть мне надо сначала пройти внизу, насколько это возможно. То есть, и пока шипастая будет туда идти, я должна буду прыгнуть вниз. Понимаете?
Класс. И он меня не должен будет нагнать. Вот так я должна была провалиться вниз. Ну, в общем, вы поняли примерно. Забавно все это. Хотя я, в принципе, потом могу успеть это сделать все. Вот. Давай, давай, давай. Прям чётенько вниз. Все хорошо. Встречайте шипастого. Да мы, в принципе, встречали уже на нижних уровнях его. Но мне не то, чтобы тот уровень понравился. Вы, я думаю, помните по прошлому выпуску это. Ну ладно, здесь хотя бы разобрались, это не сложно было. Ну и давайте сюда смотри, куда идешь. С умом просчитывайте все повороты. Ой. Повороты. Класс. Ладно. Ну, допустим. Ну, допустим, я примерно понимаю, да. Ладно, это легкий был уровень. Я сначала подумала, что он будет куда сложнее. Но оказалось, что уровень достаточно легкий. Так. И мы, в принципе, можем... Давайте по нарастающей сложности, я так понимаю, здесь все. Хотя не факт. Башня шмык. До верха очень далеко, так что прицеливайся осторожно. Класс. Ну, я поняла, в чем прикол. Но мне самое главное, чтобы они как бы... Ну, с шипами ничего, проблем не было никаких. Но ничего ж не случится с ними, в конце концов. Они же не помрут. Так. Прекрасно. Так, трое там. Это хорошо. Ой, сколько у меня попыток лишних. Так. Прекрасно. Прекрасно, смотрите. Ну, в принципе, этот уровень тупо на время. Потому что, ну, как на время. На время в плане того, что он легкий, но надо какое-то время, чтобы он выполнился просто. Вот. Ну и все. Никаких сложностей с ним не было. Так, беги. Замечательно. Я обожаю. Руки в ноги. Где мы? То есть, подождите, мне убегать от этой фигни придется? Ну ладно. Ладно. Ну, тоже несложно. Он хоть и быстрее меня двигался, но, тем не менее, чуть-чуть его подождали, и все. Это было легко. 16 ключей. У нас, кстати, открыто... А, нет, не открыто кладбище часовни. Хорошо. И остался по следам... Иоблинов. Ладно. По следам Иоблинов. Враги возвращаются в исходное положение, когда ты путешествуешь назад во времени. Ой, блин. Вот этот уровень меня уже смущает своей упорантостью. Но... Ладно. Исходное положение, так исходное положение. Допустим. Другое дело, что мы тут очень-очень долго сидели, поэтому... Я даже не знаю, как оно сейчас будет. Мы с собой встретились. О, черт. Ладно. Ну, в принципе, ладно. Хорошо. Мы здесь сейчас такое долгое время проводим. Черт! Да вроде же ерунда такая. Ну, какого хрена местами так сложно? Ладно. Будем делать непредсказуемым себе проход.
Это очень странно. Это все очень странно. Ладно, ждем сюда. Ага. В смысле? А как? Я ж сама себя сейчас запру. Эй! Ну не надо так делать. Класс. Я просто вышла оттуда. Видели? Сама себя запутала. Короче, сейчас просто вот так вот делаем. Без каких-либо там преград, проблем. Собираем все кристаллы. И все, и забили. Да? Правда, единственное, что для меня спорно пока что, это то, что он же ведь... Охренеть. Как это проходить? Убейте меня, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Пускай он за ним следует тогда. Вот. Пускай это будет как-то так. Вот, а теперь я пойду, нажму на эту штуку и буду счастлива. Все. Все работает. Все хорошо. Теперь нас никто не украдет, не убьет, ничего, потому что мы здесь стоим и сейчас ждем, когда просто наш персонаж нажмет на кнопку, и мы получим очередной ключ. Вот. Но это было не так уж легко. Ладно. Пустышка. Уровень намеренно оставлен пустым. Ок. Меня это радует на самом деле. Хорошо. Путешествие Шмыг. Время сменить место жительства. Оу. Блин. Вообще не очень миленькие такие, знаете. Я, правда, не знаю, как они сейчас в лаву попадут. А, они не попадут. В общем, мы сначала облепляем все шмыгами, чтобы максимально, знаете, у нас здесь был профитный такой момент. Умираем, естественно, сами сразу же. Куда же без этого? Так, 3 шмыги. А мне нужно там 6. Ладно, давайте еще раз это сделаем. Ну, примерно 6, там побольше. Давай, 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 давай. Так, ну мы хорошенечко облепили, кстати. Прям очень хорошенечко. Два. Все, отлично. Забираем здесь кристаллы и ждем следующего деревца для нас. В принципе, нам она больше не нужна и даже может помешаться. Это деревяшка, когда мы будем вот так вот просто прыгать до других штучек. Ну ладно. Здесь мы уже справились. Давай, давай. Блин, я боюсь, я такая трусиха в этом плане. Все, нормально, прошли. Это было несложно. И остался у нас здесь один уровень под названием «Принеси изумруды». Эти изумруды прекрасно понимают, где верх, а где низ. Сможешь их заполучить? Ну, это какое-то издевательство. А
Это реально какое-то издевательство. Как так? Блин, не в ту сторону. Да мне хотя бы несколько изумрудов. Давайте тогда... Мне нужно вправо, да? Или влево? Ну еще мне ручкой машет. Вот, блин, боль. Как ж я... Я их сгоняю, получается, в одно место все сейчас. А как я их смогу получить? Они вон где. И все разбились. Короче, два изумруда я к себе пригнала. А дальше я их хрен его знаю. А, ну один я могу вот так забрать. Хорошо. Второй могу так забрать. Допустим. Ну, допустим. Второй. А дальше будем думать. Посерьезнее, знаете. Давайте его утыщем. Угу. Угу. Нет, даже вот так. И даже вот так. Да. Следующий изумруд должен упасть у нас направо. Направо это вот тут. Угу. Теперь ему надо налево. Еще раз. Налево! Что ж такое-то? Ладно. Хорошо. Вот так. Угу. Налево. Еще раз налево. Еще раз налево. Направо. Налево. Нет, направо. Направо. Сразу же два. Давайте вот так. Ай! Черт. Ну, давайте еще раз попробуем. Так. Вообще, на самом деле, это легко. Просто я как-то туплю немножко, знаете? Ну, такое часто бывает, конечно, но сейчас прям особенно как-то, знаете? Надо, наверное... Вот так. Да. И вот так. 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 Сразу же три, видите? Идут сюда. И это классно. Так. Направо. И давайте налево. Хотя это не работает. Ладно, направо. Направо. Так. Теперь налево, направо. Блин, а как они так? А-а-а, я понял. Их надо... В смысле, а как они так? А-а-а. Все, я поняла. Осталось один вытащить. Здесь главное на самом деле не ошибиться так жестко.
Хоть это и несложная задача. Но неприятный немножко. На последнем. Вот как всегда. Всегда у меня так на последнем. Обязательно надо лохануться. Так. Давайте еще. Еще пускай сыпется просто. Видите, как сыпется? Это круто. Это значит, что я все делаю правильно. Что мы их сначала просто сюда пригоняем. Теоретически можно это все пройти, крутя только вправо. Мне интересно. Ну ладно, давайте влево по приколу. А теперь вправо. О, плюс один. И там, смотрите, у нас ровная такая череда пошла. Этим нужно влево. И немного, немного вправо. Вот сейчас вправо. Да. И немного влево. Все, три. И у нас остался тот самый последний. А, нет, еще два. Хорошо. Так. Сейчас главное не прослоупочить этот момент. Так, хорошо, они вместе, это очень хорошо. Это мне дает бонусы, что нам как будто за одним надо следить. Давай. Все, шаги. Только прыгни. Вот на этот момент нужно было сдохнуть обязательно. Все. Мы собрали 20 ключей. Мы выполнили здесь все задания галереи. И нам нужно будет дальше проходить уже котельню. Ну, а на этом, я думаю, выпуск я завершу. Так неплохо, на самом деле, мы прошли. Я думала, будет намного сложнее, но... В принципе, пока что приятненько. И получается, котельная у нас будет часовня и кладбище еще. Вот. Так что... Увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте же, конечно же, ваши комментарии. Всем пока-пока и до встречи!